Если мы найдем твоих подчиненных, ты нас отпустишь? Отпущу. Но если не найдете, то поплатитесь. Тима, я не могу найти. Здесь нигде нету. У меня тоже нету. Это плохо. Уже прошло больше 3 минут. Мы не успеваем. Тима! Кролик Бонза! Только не это! Маша, ну мы и влипли. Мы не успели найти подчиненного мамочке длинные ноги за 3 минуты. И теперь мы имеем дело с опасным монстром. Тим, может мы что-то придумаем? Помнишь, мы уже сражались с Cartoon Rabbit'ом? Маша, не стоит их сравнивать. Этот кролик намного опаснее. Заметила, какие у него тарелки в руках? Тима, ищи информацию про этого короля. Сейчас поищем. Так, кролик Бонза. О, вот, нашел. Что там? Читай быстрее. Кролик Бонза создан как музыкальная игрушка, чтобы веселить детей. Но на фабрике пошел сбой, и кролик стал агрессивным. Мерзкое существо. Кажется, это было на кухне. Он сейчас там свои тарелки с кухонными перепутает. Маша, пошли посмотрим, что там происходит. Ладно, идем, только тихо, чтобы он нас не заметил. Сыграем? Повтори ритм. Ни во что мы не будем играть. Маша, я понял. Это вторая игра от мамочки длинные ноги. Нужно играть, а иначе будет еще хуже. Тима! Что это? Откуда идет этот звук? Кажется, я знаю. Надо повторить. На чем повторить? На чем попадется? Бери вот эту. Вот эту. А я возьму вот эту. Маша, давай пробовать повторять ритм. Я уже не помню, что там было. Еще раз звук. Давай повторять. Получилось? Ну, такое. По-моему, нет. Может, еще раз попробовать? Кошмар! Он хочет нас оглушить! Похоже, что так. Тима, смотри! От этого жуткого звука даже графин разбился. Да уж, мама не одобрит. Пошли отсюда. Любимая игра кролика Бонзо «Повтори ритм». Это та, в которую мы только что играли. Если игрок неправильно повторит ритм, то кролик уничтожит его страшным звуком тарелок. Значит, мы, Маша, счастливчики, если еще целы. У меня от этих тарелок до сих пор в ушах звенит. У меня тоже. Но мы можем обезопасить себя. И как можно спастись от этого звука?
Нужно просто надеть наушники. Точно! Как я сама не догадалась! Кажется, вмешалась мамочка длинные ноги. Это усложняет задачу. И как мы теперь кролика Бонзо обезвредим? Тима, Маша, а кто из вас разбил графин? Это не мы, это кролик Бонзо. Что за кролик? Этот Cartoon Rabbit? Опять? Нет, это новое чудовище, которое хочет нас оглушить. Даже графин не выдержал этого звука и разбился. Ладно, разберемся. А графин, наверное, выкинуть надо. Может, попробовать склеить? Я сейчас суперклей принесу. Да не стоит! Его все равно уже не склеить. Фу, что это? Паутина? Смотрите, смотрите! Опять мамочка длинные ноги против нас козни строит. Маш, какие козни? Ты про что говоришь? Вместо клея паутина. Безобразие! Два монстра хозяйничают в нашем доме. Надо с этим что-то делать. Мы уже искали, как уничтожить кролика Бонзо. Но об этом в интернете ничего не написано. Вот наверняка вы что-то пропустили. Сейчас я сама посмотрю. Кролик Бонзо. Там не очень много информации. О, ну вот, я же говорила, пропустили. Смотрите, кролика Бонзо может уничтожить только мамочка длинные ноги, если он провинился и не наказал проигравшего игрока. Но это значит, что кролик и мамочка должны появиться одновременно. Но как это сделать? У меня есть идея. Пошлите со мной в кухню. Затея так себе. Сейчас не кролик, а соседи появятся. Они нас сейчас прихлопнут. Бежим! Ужас! Что там происходит? Вроде затихло. Это он? В таком виде он мне больше нравится. Но куда подевалась мамочка длинные ноги? Они что, друг друга уничтожили? Хотелось бы в это верить. Я еще верну.